Дай почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литерева, профессор Вятского государственного университета. Сборник рассказов Евгении Некрасовой «Домовая любовь» острый, глубокий, отталкивающий, неожиданный. Мы, дорогие слушатели, говорили о ее книге «Калечина-малечина». Новый сборник о любви между людьми и домом. Это будет близким для всякого, кто ощущает квартиру съемную как свою или чужую. Дом принял тебя, и надо с ним договариваться, ведь дом накладывает отпечаток на наше самоощущение. Жилички, а это всегда женщины у Некрасовой, пытаются нащупать близость с домом. Кому-то удается двигать домом, у кого-то есть домовые, кто-то достает из утробы деньги, лишь бы заплатить за жилье, дом становится живым, трогательным, притягательным. Но назойливый вопрос есть. Мы живем с домом или с каждым хлопком двери перерождаемся? Некрасова обостряет тему дома при помощи пандемии. В доме не только спят, но и работают, любят, ненавидят, изменяют границы личных отношений. В рассказе «Весы» жизнь главной героини привязана к этому безобидному артефакту. Это вырастает до глубокой личной трагедии. А в рассказе «Квартира» героиня пытается не обращать внимания на психологические травмы партнера, вызванные фантомом взрыва домов в Москве в 90-е годы. Главная тема Евгении Некрасовой – это выживание, преодолевание жизни. Действительно, был магический реализм, а настала очередь магического пессимизма Евгении Некрасовой. Сохранить дом помогают и потусторонние сущности, и божества, и проявившиеся неожиданные способности. Темы и разговоры в рассказах очень сложные. Дом – это не просто место, это живое существо, которое слушает и запоминает. Это повседневная жизнь каждого русского. Для меня совершенно ужасающим, просто кульминационным пиком этого сборника стал рассказ «Банкомат». Нет, другие тоже задели, и «Квартира», и «Двери», и «Весы», и «Лётка», и «Молодые руины», но почему-то этот ранил мою женскую душу. Скажу одно, это сложно, но возможно. Это ужасно, но повсеместно. Принимаем «Домовую любовь» Евгении Некрасовой, 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! «Дай почитать».